Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Здравствуйте, меня зовут Денис. Денис и наши уважаемые зрители, эта передача называется... Я забыл название, к сожалению. Я вспомню, когда я скажу, хорошо? Ага. Обязательно. Ага. Я предлагаю начать с того, что вы просто будете крутить барабан. Ну, хорошо. А что дальше? Вы должны покрутить барабан. А, виртуально, что ли? Как сказать виртуально? Барабан-то он как бы и есть. Крутите барабан! Пока крутится барабан, вы можете немножко рассказать о себе. Я студент второго курса магистратуры, учусь в университете ИТМО по специальности молекулярной биологии и биотехнологии. Сейчас я Ой, сектор вопрос на барабане. Вы потом дорасскажете, когда мы будем снова крутить барабан. Хорошо, Денис? Хорошо. Найти бы еще что рассказать. Что? Найти бы еще что потом дополнить про себя. Какой рассказ Тургенева назван кличкой собаки? Да, литература, конечно, не мой конек. Конек-горбунок. Конек-горбунок. Да, но... Конек-горбунок. Я слушаю, я хочу этот... Скажите, не мой конек-горбунок. Не мой конек-горбунок? Вы будете отвечать на вопрос? Не зашлось, ладно. Ну, предположу, что конек-горбунок. Или что? Подождите, вы что-то меня запутали. Какой рассказ Тургенева назван кличкой собаки? Не Муму? Не Муму? Ну, рассказ Муму про немого человека и собаку. Муму или не Муму? Просто Муму. И это правильный ответ! За каждый правильный ответ вы получаете 100 очков. Крутите барабан. А вот первые 100 очков. Угу. Продолжайте о себе. Мне пока что мне 22 года, но в армии я еще не успел служить, потому что пока учеба, мне не до этого. А хотелось бы? Ну, зная, какие там проблемы, в принципе, да, есть желание. Но какие проблемы, видя как... Что происходит сейчас на Донбассе, и про это лучше не надо. Лучше не надо. Хорошо. Не тревожь мне душу, Денис. Простите. Сколько тебе лет? Мне 22. Сектор. Внимание на экран. Табло из нескольких букв. Ты видишь? Да. Итак, на табло у нас 3, 4, 7 букв. Внимание, вопрос. Убивая животных ради пропитания, человек подавляет в себе высшие духовные чувства, сострадание и жалость к другим живым существам, подобным ему, и, переступая через себя, ожесточает свое сердце. Как можно надеяться, что на Земле воцарится мир и процветание, если наши тела являются живыми могилами, в которых погребены убитые животные? Внимание на табло, 7 букв. Кто это сказал? Называйте любую букву, вы уже крутанули барабан. Предположим, А. Буква А! Нет такой буквы, крутите дальше барабан. Эти слова произнес очень знаменитый пацифист, публицист, неарцист, пессимист, оптимист. Кто же это? Буква Н. Барабан еще не прокрутился. Сектор приз на барабане. Итак, что вы выбираете, приз или деньги?
Приз. 5 рублей. Приз. 17 рублей. Нет, все равно приз. 50 рублей. Приз. 100 рублей. Приз. Приз в студию. Итак, внимание, ваш приз. Угу. Вы можете назвать любую букву? Давайте Н. Буква Н. Внимание на табло. Нет такой буквы. Угу. Крутите барабан. Подержите микрофон. Я все включил, там рэк, все включено. Оп, сектор. Обычный сектор на барабане. Прошу вас, назовите любую букву. Пусть будет О. Внимание на табло. Да, есть такая буква. Вторая буква и предпоследняя. Из семи, надеюсь, букв. Надеюсь, я все правильно посчитал. Это писатель, пацифист. Крути барабан пока. Что такое пацифист? Пацифист — это тот, кто выступает за мир, чтобы все вопросы решались мирным путем, не военным. Есть ли в тебе задатки пацифизма, Денис? Возможно, нет, скорее всего. Очень жаль. Ну ничего. Еще все впереди. Да. Еще молод, юн. Музыкальный сектор. Угу. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: «Сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей». То парень к лесу мчится, то к полю, то к ручью. Все поймать стремится молнию. Весь сельский люд смотреть на это выходил, как на холме безумец бегал и чудил. Он, видно, в ссоре с головою, видно, сам себе он враг. Надо же выдумать такое, во дурак. Я ненавидел Король и Шут никогда. Меня раздражали эти рожи, эти люди, которые слушали это музло, кроме моего друга и одноклассника Алексея Титова. Но 3 месяца назад мне стали нравиться некоторые песни. Крутите барабан. Каких пацифистов, писателей мы знаем? Ну, возможно, Солженицын. Вопрос повторите, пожалуйста. Каких писателей-пацифистов мы знаем? Другой вопрос, основной вопрос. А. Что был за вопрос? К какому писателю принадлежит данное высказывание? Какое высказывание? Не помню уже. Буква! Буква М. М? Да. Махно! Да. Нет такой буквы. Крути барабан. В описании под этим видосом есть мой новый проект. И я хочу вас, чтобы вы туда залезли и поддержали его просмотром, лайком. Это тот проект, который веду я, Евгений Шире Продуксион. Монтаж, съемка, все это вот, как говорится, так и говорится. Поэтому в описании по красоте сделайте. Я вот от душинский в душу расцелую просто. Пожалуйста! Так, пока крутится барабан, давай я еще раз озвучу этот вопрос. Убивая животных ради пропитания, человек подавляет в себе высшие духовные чувства, сострадание, жалость к другим живым существам, подобным ему, и переступает через себя, ожесточая свое сердце. Как можно надеяться, что на земле воцарится мир и процветание, если наши тела являются живыми могилами, в которых погребены убитые животные? Букву. Т.
Есть такая буква. Ага. Готовы ли вы назвать слово целиком? Ну, похоже на то слово. Толстой. И это правильный ответ. Призы в студию! Пока несут призы, можно передать кому-нибудь привет. Передаю привет. Передаю привет маме, своей семье, родственникам, друзьям в Петербурге. Желаю всем счастья, здоровья, успехов. Ваш приз составляет две бумажки вот эти. Угу. Хорошо. Было прикольно. Да, был интересный опыт. Да. Евгениша Репродуксион – это компания, где генеральный директор я. Угу. И новый проект я делаю, я монтирую и снимаю видео для стоматологии, очень крутой. Угу. И веду эти социальные сети, как CMM-менеджер. Да. Этот проект буквально запустился вчера. Поэтому я приглашаю вас всех последить за тем, как это делает профессионал, и поддержать эти видосы, чтобы они стали рекомендоваться и заходить с вашей помощью, с вашими лайками и комментариями. Те люди, которые меня любят, прошу вас, зайдите в описание и потыкайте на все эти видосы, посмотрите их. Ну, если, конечно, вам нужна данная компетенция, вы можете с удовольствием обращаться ко мне за этим. Денис рекомендует очень сильно. Да. Спасибо тебе большое, Денис, что ты нам уделил столько времени. Эта передача для тебя заканчивается, да. А для кого-то только продолжится или начнется, а может быть, как понимаешь, и что им может даже ничего не может быть. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да? До свидания. Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. В эфире передача «А какого здесь вообще происходит?». Меня зовут Евгений, а рядом со мной стоит... Лидия. Не будем темячиться. Крутите сразу барабан.